что это речь идет о сознательном положении, которое связано не только, а где-то и не столько с конкретным крупным международным мероприятием, каким являются Олимпийские игры в Сочи, а с развитием структуры юга, которая должна быть удобна и для местных жителей, в первую очередь, и для остальных граждан России, которые вот в последнее время явно совершенно ногами голосуют в пользу таких центров, как Турция, как Египет и прочее, прочее, прочее. Болгария. Вот возможности развития юга при нормальной структуре, они колоссальные. И он был местом привлекательным, востребованным для страны даже несколько большего масштаба, чем сейчас. Вдвое больше. Я думаю, что сейчас это должно, после Сочи, должно сработать. Это долгосрочная программа для жителей юга и для всех граждан России.